Добрый день, в прямом эфире политические игры, южно-кавказские политические игры. Сегодня у нас очень важный день, потому что у нас финал. Сегодня, ну, по-моему, через полтора часа, через два часа мы узнаем, кто победил в финале в этих играх. У нас участвуют азербайджанские и армянские команды. И очень-очень интересно, кто победит. Но это будет попозже. Сначала я передам слово Георгию Пичуаю. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в южно-кавказской политической игре финальная игра. Как сказал наш ведущий, сегодня будет играть армянская и азербайджанская команда. Но несмотря на исход сегодняшней игры, я думаю, что мы все победители, потому что этот проект состоялся. И этот проект дает нам возможность углубить наши отношения и также трудиться во благо наших государств, вместе трудиться во благо наших государств и также Южного Кавказа. Я также хочу воспользоваться моментом, случаем, то есть и поблагодарить наших доноров, USAID и швейцарское посольство, и также поблагодарить Международный республиканский институт и директора миссии этого института Андрея Керпса. И также хочу пожелать обе командам удачи и пусть победит сильнейшая команда. Спасибо. Большое спасибо. Так, начинаем. Тема сегодняшняя у нас «Восточное партнерство и евроинтеграция». Об этом будет дискуссия, дебаты. Справа от меня азербайджанская команда «Коалиция молодежи без границ». Поприветствуйте. И слева от меня команда из Армении, «Солидарная Армения», так называется. И наши эксперты, они сегодня будут решать все, или они, или интерактив. Али Абасов из Баку. Степан Григорьян из Еревана. Тамар Чикован из Тбилиси. И тоже из Тбилиси Сосоц Искаришвили. Команды договорились, что начинает азербайджанская команда. Ровно 4 минуты для представления темы. Большое спасибо. Всем здравствуйте. Справедливо подчеркивается, что в самом создании Европейского Союза была заложена идея миротворчества как одного из приоритетов внешней политики. Углубляющиеся отношения между ЕС и шестью постсоветскими республиками подключили эти страны к новой после европейского соседства программе Восточного партнерства, представленной Польшей при участии Швеции на Совете ЕС по общим вопросам и внешним связям 26 мая 2008 года. Представляющие учреждение статуса ассоциирующих членов ЕС. Эти инициативы придали новый импульс дебатам об отношении государств и обществ Южного Кавказа к евроинтеграции и разрешению конфликтов региона. За последнее время Европейский парламент принял ряд резолюций, в которых отражены основные приоритеты политики ЕС по отношению к странам этого региона, оценки значения Южного Кавказа для Европы. Геополитический регион представляет собой своеобразный мост, удобный для формирования разнообразных коммуникаций между Западом и Востоком, чем определяется заинтересованность Европы в развитии стабильности этого региона и его демократизации. 7 мая 2009 года в Праге, столице председательствующей на тот момент в ЕС Чехии, состоялась учредительная встреча в рамках программы «Восточное партнерство», наметившей сближение ЕС с Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Поскольку Восточное партнерство не имеет собственного секретариата, его реализация контролируется непосредственно Европейской комиссией. В ходе реализации программы ЕС проводят многочисленные переговоры со странами Восточного партнерства по достижению соглашения о свободной торговле, стратегическому партнерству и по упрощению визового режима, что свидетельствует о последовательности шагов ЕС. Одним из основных препятствий на пути интеграции ЕС считается наличие неразрешенных конфликтов региона, слабость демократических институтов и экономическая нестабильность. Со своей стороны добавим, что позиция России также является серьезным препятствием на пути интеграции. Достаточно вспомнить отношение этой страны к инициативам по интеграции и вступлению в НАТО Украины и Грузии. ЕС – это единственное на данный момент близкое к региону стабильное политическое образование, в которое следует интегрироваться, так как Объединенная Европа – гарантия безопасности, демократии и общерегионального развития.
Евроинтеграция – это процесс. Он осуществляется как формирование развития свободной рыночной экономики, становление энергобезопасности, укрепление демократии в стране, обязательная защита прав человека. Уже сейчас мы должны подключиться к этому процессу, формируя европейские стандарты. Наш регион обладает определенным экономическим потенциалом и богатым культурным разнообразием, однако большинство наших обществ привержены европейским ценностям. Мы являемся соседями, и ЕС заинтересованы в стабильности и безопасности нашего региона. В этой взаимной заинтересованности необходимо искать новые области и точки соприкосновения между ЕС и Южным Кавказом, новые формы сотрудничества. И здесь, как никогда, важна роль молодежи, одной из самых креативных слоев наших обществ, идущей от противостояния к сотрудничеству, возрождению единого Южного Кавказа, стремящейся к евроинтеграции. Мы не сомневаемся, что именно сегодняшнее поколение молодых людей региона примет на себя основную роль по решению конфликтов, интеграции Южного Кавказа и подготовке нашего политического, экономического и культурного пространства для вступления в семью европейских народов. Мы рассматриваем сегодняшние дебаты, организованные нашими грузинскими коллегами, поддержанные нашими армянскими партнерами и нами, как один из шагов на пути единения Южного Кавказа и его продвижения в Европу. Спасибо. А сейчас тему представит армянская команда «Солидарная Армения». Слушаем вас. 4 минуты тоже у вас. Добрый день, дорогие друзья. Я Хасмик Викарян, Армения. Сначала скажу, что мы знаем, что азербайджанская команда очень активна в общественной жизни, и они борются за демократию. И хочу вам сказать, что мы солидарны с вами и считаем, что мы тоже должны бороться в Армении за демократию. А теперь перейду к теме. Идея восточного партнерства родилась в 2008 году, а уже в 2009 году Евросоюз принял соответствующие решения по ее реализации. Инициаторами программы восточного партнерства были Польша и Швеция, а другие страны Евросоюза поддержали эту идею. В программу входят 3 страны Южного Кавказа, а также Украина, Молдова и Беларусь. Здесь ситуация отличается от программы Евросоюза «Европейская политика соседства», куда входили 17 стран, включая страны Северной Африки и Ближнего Востока. Главной идеей в восточном партнерстве является сближение стран Южного Кавказа, Украины, Молдовы и Беларуси с Евросоюзом. И это именно те страны, которые в перспективе могли бы стать членами Евросоюза. Так, планируется облегчение визового режима для отдельных групп граждан, а также регулирование вопросов трудовой миграции. С 2010 года начались переговоры ЕС с Арменией, также и по ассоциированному членству, где обсуждаются вопросы по созданию общего рынка свободного перемещения товаров и услуг. В программе восточного партнерства особое значение придается вопросам верховенства закона, демократизации наших стран и отстаиванию прав человека. Восточное партнерство принципиально отличается от других программ Евросоюза тем, что в этой программе сотрудничество идет на официальном уровне, как с правительствами наших стран, так и общественными организациями. То есть Евросоюз в своей работе с Южным Кавказом учитывает мнение также и общественности Армении, Азербайджана и Грузии. В ноябре 2009 года был создан гражданский форум стран, участвующих в восточном партнерстве. Есть еще одно важное преимущество, заложенное в программе восточного партнерства – стимулировать программы, где возможно трехстороннее южно-кавказское сотрудничество. Подразумеваются экономические, энергетические, экологические, научные и другие совместные программы. И сегодня только от нас, от народов Южного Кавказа, зависит, мы этими возможностями воспользуемся или нет. Еще один шанс для сотрудничества на Южном Кавказе нам дает резолюция Европарламента, принятая 17 апреля этого года. В ней говорится о необходимости поддержки инициатив, в которых могли бы участвовать также и общество непризнанных образований. Это очень важно для создания атмосферы сотрудничества и доверия в регионе. А учитывая то, что наметился прогресс в идущих в рамках Минской группы ОБСЕ переговорах по проблеме Нагорного Карабаха, где подписаны ряд важных совместных заявлений, возможность регионального сотрудничества становится актуальной и реалистичной задачей. Думаем, что политика начала диалога через сотрудничество в области экономики, энергетики и гражданских инициатив, как то было в 1951 году, когда начали свое экономическое сотрудничество Франция и Германия, переросшее в состояние Евросоюза, может быть исключительно полезно и на Южном Кавказе. Спасибо за внимание. Так, сейчас перейдем на этап вопросов и ответов.
По пять вопросов дадут команды друг другу. Естественно, услышим пять ответов по пять. Начинает армянская команда. Первый вопрос. Лилит Краян, Армения. Приветствую всех присутствующих. И с вашего позволения хотел бы перейти к вопросу. Как вы думаете, какова перспектива расширения Евросоюза в ближайшее время? Исмаил Абдулаев. Ну, надеемся, что в ближайшее время, к несчастью, я не считаю, что намечается какое-то расширение Евросоюза из-за существующих проблем внутри этой организации. Но то, что уже существуют программы «Восточное партнерство» и различные программы, которые осуществляет ЕС со странами бывшего Советского Союза, дают нам надежду на то, что в будущем, надеюсь, недалеком, определенное расширение ЕС будет возможно. Могли бы вы сказать конкретные страны, которые могли бы входить в ЕС в ближайшее время? Ближайшее время? Да. Думаю, сейчас идет наиболее приоритетным является балканские страны. Да. Да, все? Спасибо. Вопрос азербайджанской команды. Первый вопрос. Кил Алиев, команда Азербайджана. Перейдем к вопросам. В свое время армянской стороне был предложен проект о железной дороге Баку-Нагорный Карабах, Махчеван-Ереван, который позволил бы включить Армению в проект Баку-Тбилиси-Ахалкалай-Карс, чтобы способствовал урегулированию конфликта и мог бы служить развитием региона. Готова ли Армения принять этот проект или откажется? Пожалуйста, аргументируйте, это очень интересно. Карен Сирюнян из команды Армения. Я отвечу на вопрос. Конечно, мы готовы присоединиться к таким региональным масштабным проектам. И это всегда приветствует наш народ. Это потому, что это усиливает наше сотрудничество и ведет к нам к интеграции. Мы не должны забыть, что в Европе до создание Евросоюза тоже были какие-то проблемы, и они решились вот этими путями. Так что мы согласны на это. Спасибо за хороший вопрос. Спасибо. Вероника Данилянт из Армении. Скажите, пожалуйста, какова позиция гражданского общества Армении, Азербайджана по вопросу армян-турецкой границы, открытия армян-турецкой границы? Спасибо за такой хороший вопрос. Общество Азербайджана как бы не монополярно, оно полиполярно. И так как в нашем обществе есть много каких-то мнений об открытии армян-турецких границ. Некоторые как бы прогрессивные, в том числе и я, как бы поддерживаем открытие турецко-армянских границ, как это было в первую очередь подписано, без всяких каких-то условий. Спасибо. Интересно, много ли прогрессивных в Азербайджане? Таких, как вы. Второй вопрос. Я тоже среди них. Как вы знаете, Евросоюз заинтересован в покупке азербайджанского газа. Одновременно Евросоюз ведет интенсивные переговоры со среднеазиатскими государствами, чтобы осуществить транскаспийский трубопровод. Западные партнеры были бы очень рады, если Набуко прошел бы через Армению. А сама Армения, конкретно какие шаги может сделать, чтобы участвовать в этом проекте? Да, хорошо. Как я не люблю, когда команды берут минуту. Мне приходится по-русски говорить. Но сейчас есть что сказать, потому что в прямом эфире идет интерактив. И, может быть, этот интерактив станет решающим, если оценки экспертов будут ничейными, и они не смогут дать кому-нибудь определенные
определенные оценки. Все решит интерактив, так что я призываю наших зрителей активно участвовать. Но пока там не вижу ничего, да, просто надпись. Я надеюсь, что наш интерактив заработает во время эфира, да, только что начался. И, в общем, призываю всех наших зрителей участвовать. И узнаем, кто сегодня в нашем финале победит. Азербайджанская команда или армянская команда. По-моему, армянская команда готова. И слушаем ваш ответ. Лилит Гриен, Армения. Спасибо за вопрос. И я бы хотела сказать, что мы бы хотели сказать, что Армения готова прийти в Набуко. Проект Набуко, если другие партии не будут препятствовать к этому. И к тому же аргумент тот, что экономическое сотрудничество может решить очень-очень много вопросов. И, например, отношения с Францией и визы Западной Германии были решены в 1951 году с договором Углом и Сталими. И это могут, и армянское сотрудничество Набуко может привести к такому же заключение. Спасибо. Третий вопрос армянской команды. Карен Селюнян из команды Армении. Как вы относитесь сегодня к возможности вовлечения Армении в региональных энергетических и железнодорожных проектов, которые осуществляются сегодня? Спасибо. Ну, вы тоже минуту берете, да? Хорошо. Азербайджанская команда тоже берет минуту. Потом у вас останется у обоих команд лишь одна минута для размышления. Запишу я себе. По-моему, заработал наш интерактив. И я вижу, что сейчас ничейный 50 на 50 поддерживают наши зрители азербайджанских и армянских команд. И, ну, интересно, что будет в конце. Кого наши зрители более активно поддержат. И, может быть, это будет решающим. Снова это я повторю. Ну, дорогие азербайджанцы. Мы согласны с участием Армении в региональных проектах, если, как мы в прошлый раз говорили, если будет первый шаг и дружеский шаг. Первый шаг, дружеский шаг. Чтобы в регионе был мир, мы согласны на все, чтобы Армения участвовала во всех проектах. Так мы дали понять и вам, и мира, что мы уже сделали эти шаги. Вот, например, сегодня мы делаем шаги. И шаги сделаются на официальном уровне, на общественном уровне. Так что шаги сделаны. Только надо вовлекать в этом в Армении. Понимаете? Шаги делаются-то. Значит, никто не может сказать, что шаги не делаются. Я, к примеру, могу вести многие такие примеры. Так что шаги делаются. И вместе и карабахским народом, и азербайджанским, и армянским, там все спортивные состязания и так далее. И на официальном уровне это все делается. Так что шаги делаются. Спасибо. Спасибо. Третий вопрос. Эмин Расулзада. Мой вопрос. Учитывая факт направления политического вектора Армении на север, какими путями армянская политическая элита и армянское общество видят интеграцию в Европу? Повторите, пожалуйста, вопрос. Учитывая факт направления политического вектора Армении на север, какими путями армянская политическая элита и армянское общество видят интеграцию в Европу? Мы можем сказать, что, конечно же, к сожалению, мы подписали, и наше правительство подписало договор с Россией на 49 лет, и это очень долгий период, мы думаем. Но, понимаете, мы были вынуждены, потому что, к сожалению, у нас не открыта граница с Турцией, у нас не решен Карабахский конфликт, и у нас просто другого выбора не было. И поэтому мы одновременно работаем и с Европой,
Евросоюзом в рамках Восточного партнерства, чтобы была и альтернатива. Спасибо. Четвертый вопрос. Вопрос шестой. Артак Хачатрян, Армения. Насколько мы знаем, такое впечатление, что Азербайджан менее заинтересован в евроинтеграции и Европейским Союзом, чем Грузия, например. С чем это связано, как вы считаете? Спасибо за хороший вопрос. Я не сказал бы, что, ну да, относительно Азербайджан менее заинтересован, но как бы менее делает конкретные шаги, чем Грузия, как бы делает как бы общественную агитацию и так далее. Но в отличие от стран Восточного партнерства, вдобавок мы подписали энергетический контракт с Евросоюзом. Это как бы у нас делает наш формат как бы более успешным, чем Грузия и так далее, другие пять стран Восточного партнерства. Пана Галиев, согласно международному праву, беженцы и перемещенные лица имеют право вернуться в место своего проживания. Каково ваше отношение к взаимному возвращению этих лиц? Я отвечу на вопрос. Обе. Арта Хачатрян, Армения. Спасибо за вопрос. Мы положительно относимся к этому вопросу. Как это? Думаете, каково это принесет? Каково будет механизм? Да. Взаимно. Вот возвращение армянских беженцев. Вас в обществе это согласно? В обществе, часть общества согласна, часть общества есть такое различные мнения. Спасибо вам. И последний вопрос с армянской команды. Пятый вопрос. Григорий Насмик. Вопрос касается Восточного партнерства. По вашему мнению, какие плюсы и минусы есть у Восточного партнерства? Мы берем минуту. Да, азербайджанская команда берет минуту. Сейчас мне подскажут, какая команда сейчас лидирует в интерактиве. И сколько у него процентов. Да, пока лидирует азербайджанская команда, но все впереди. Может быть, я еще раз подчеркну, что если, может быть, все решит интерактив. Как было в грузинской игре в финале, когда эксперты не смогли решить, кто победил. И зал тоже не смог решить, кто победил. И счет был ничейным, и все решил наш зритель. Мы ждем азербайджанскую команду, которая обдумывает вопрос. Это уже вторая минута. Больше они, у них не будет этой минуты, и они должны будут сразу отвечать на все вопросы. Вот, ну, готовы? Да, готовы. Мы пока не видим минуса, есть только плюсы. То есть еще вот Болгария и Румыния думают, что это нарушает формат организации Черноморского единства. Это плюс? Я не поняла, какие плюсы. Это минус. А плюсы? Плюсы. То есть вопрос как бы можно еще раз. А какие плюсы есть у Восточного партнерства? То есть что оно может дать? Какие положительные вещи дает оно нам? То есть вот эти части постсоветской страны, три Южно-Кавказская, Армения, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Украина и Молдова. То есть там они то есть мы интегрируемся вместе в Европу, и мы как бы соединяемся вместе, то есть работаем вместе. Хорошо. Для интеграции. Спасибо.
И пятый вопрос от азербайджанской команды. Пожалуйста. Такой, у меня пятый вопрос такой. Видите ли вы, как бы, прогрессивная молодежь Армении, открытие границы с Турцией без признания армянского геноцида? Карен Селюнян из команды Армении. Конечно, мы всегда позитивны и приветствуем открытие армяно-турецкой границы, потому что у нас и молодежь, и вообще партии НГО думают, что это только поможет развитию интеграции. Понимаете? И я хочу еще добавить, что тогда, когда шли эти переговоры, мы, как бы Республика Армения, почти все партии приветствовали это. Только этот процесс как-то заморожен был со стороны только Турции. Если Турция заново будет начинать процесс, то мы только будем рады. Так, извините, я просто хочу уточнить и проинформировать наших зрителей, в том, что первым заморозил Конституционный суд Армении, сказав, что это невозможно при непризнании армянского геноцида. Нет, такое не было, потому что со стороны Турции предусловия были насчет карабахского вопроса. Но стороны уже до этого уже решили, что без предусловий будут открыты границы. Такого не было, чтобы мне не вспоминается никак, что мы такое заявление, как-то предложение сделали. Не вспоминается. То есть, как бы армянское общество и армянское государство ценят риторику выше, как бы, Конституционного суда? Такого не бывает. Понимаете, у всех есть какие-то недостатки. Но я вам опять отвечу на ваш вопрос, что если в случае открытия армяно-турецкой границы придет со стороны Турции, потому что, знаете как, мы ведь не закрыли эту границу. Поэтому и мы ждем, что со стороны Турции процесс начался опять. И мы всегда приветствуем. А что не ратифицировал наш парламент или как, это идет опять с Турции. Потому что я хочу подчеркивать еще раз, что они были заморожены со стороны Турции, мы же не закрыли границу в свое время. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Сейчас 4 вопроса от аудитории, если будет столько. Да, у нас такой вопрос. Как вы думаете, какую роль может сыграть Грузия в интеграции региона в ЕС? Спасибо. Обоим командам, да? Обоим командам, да. Этот вопрос, да. У вас нету минуты, так что вы должны сразу ответить. Ну, Абдуллаев Исмаил, команда Азербайджана. Ну, мы считаем, что Грузия уже играет большую роль в интеграции в Европу, потому что мы все видим, закавказские страны, мы видим, как удачно проходят демократические реформы по сравнению с другими закавказскими странами в Грузии. Поэтому мы считаем Грузию как бы флагманом Закавказья во вступлении в Европу. Спасибо. Вероника Данилянт из Армении. Мы ответим так на этот вопрос. Грузия уже помогает нам, что мы здесь собрались и вот ведем диалог Армения-Азербайджан. И можно сказать, что уже шаги мы сделали. И спасибо Грузии, что вы как бы на вашей территории это происходит. Спасибо за вопрос. Второй вопрос от аудитории. У меня вопрос к обеим командам. Как вы думаете, на какой компромисс должна пойти как азербайджанская, так и армянская стороны для окончательного урегулирования карабахского конфликта? Мы думаем, что компромиссы уже делаются, и наше правительство подписали ряд договоров, в том числе были подписаны мадридские принципы в Астане, и
компромисс еще в том, что мы, у нас есть диалог, и мы думаем, что насчет первого шага, первый шаг сделается тогда, когда у нас будет и экономическое, и энергетическое сотрудничество, и тогда мы будем доверять друг другу, и тогда уже не будет вопрос первого шага. Обе стороны скажут, мы сделаем первый шаг. Извините, пожалуйста, повторите вопрос. Для уточнения. На какой компромисс должны пойти как азербайджанская, так и армянские стороны для окончательного урегулирования Карабахского конфликта? Ну, на такой компромисс может пойти, как бы Азербайджан может полностью обеспечить энергоресурсы Армении. Кроме того, Азербайджан может дать как бы и то есть проход торговых путей через Армению. Азербайджан как бы может дать выход Армении в Каспийское море. Кроме того, Азербайджан может и в самом в Нагорном Карабахе Азербайджан признает права как бы всех народов, живущих на территории Азербайджана. Кроме того, мы сторонники самоопределения всех народов. То есть, а мы ждем как бы от Армении только два компромисса: признание территориальной целостности Азербайджана и как бы дружеские как бы отношения, чтобы налаживались на уровне безопасности региона. Спасибо большое. Есть третий вопрос в зале? Нет. Господин Сосоц из Карышули, вы должны сейчас задать вопрос или вопросы. Если есть, может быть, у вас нет вопроса. Благодарю всех организаторов, доноров, участников. Это действительно очень значимый день. Я думаю, не только для той аудитории, которая собралась в этом зале или у своих телевизоров. Поэтому я думаю, что все эти мои неоднократные советы, которые я стараюсь дать разным правительствам Грузии, как надо себя вести с Арменией, с Азербайджаном, чтобы сохранять активный нейтралитет, как бы ушли в сторону. Я сам себе не могу сейчас дать какой-либо совет, как оценить все, что я здесь слушаю. А сейчас буду задавать вопросы. Вы напугали себя. Что? Первый вопрос у меня к армянской команде. Знаете, я помню, это было, по-моему, в 2005, в конце или в начале 2006. Я слушал интервью президента Армении телекомпании «Евроньюс». И в то время, когда грузинское правительство очень активно стремилось как можно раньше интегрироваться в Евросоюз, и даже без всяких соблюдений, формальностей вывесило во всех госучреждениях флаг Евросоюза. Вот в те дни господин президент Армении заявил журналисту на вопрос о перспективах европейской интеграции Армении, что этот вопрос будет решать будущее поколение армянских дипломатов. Как вы считаете, уже появилось то поколение армянских дипломатов, которые могут серьезно заниматься вопросами европейской интеграции, или вы считаете, что это все еще для будущего поколения? И сразу второй вопрос. Вопрос к азербайджанской команде. Каково ваше мнение? В чем причины невыполнения мадридских соглашений? И как вы оцениваете роль участников Минской группы в том, что действительно пока эти соглашения мадридские, которые давали перспективу
решению конфликтных вопросов все еще висят в воздухе. Хотя бы по вопросу возвращения 5 районов, на которых сейчас контроль за Арменией. Спасибо. Спасибо. Послушаем ответ армянской команды и потом азербайджанская команда. Вероника Данилянти из Армении. Спасибо за интересный вопрос. Можно вот так ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что в Армении почти во всех партиях, политических партиях существует такой пункт, что почти всех, у всех партий существует такой пункт, что мы готовы как бы, ну, за интеграцию, они как бы готовы интегрировать в Евросоюз. Но тем не менее, будущие дипломаты, можно сказать, что здесь сейчас мы сидим здесь, молодежь, наша команда из Армении, команда из Азербайджана. Я считаю, что мы все говорим об этих темах, и мы согласны вот в интеграцию ЕС. Спасибо. Абдулаев Исмаил, Азербайджан. Спасибо за вопрос. Мы считаем, что роль Минской группы ОБСЕ очень важна. Они как модераторов переговорного процесса, они, это позволяет нашим сторонам встречаться на высшем уровне и обсуждать процесс. Почему насчет мадридских принципов? Азербайджанская страна согласилась частично принять мадридские принципы, и она ждет ответа от официального Еревана. Да. Все. Спасибо. Все. Спасибо. Тамар Чикованни задаст вопрос. Я тоже начну, так сказать, с воспоминания об одном исследовании общественного мнения, которое, если мне не изменяет память, проходило где-то в 2000 году в Грузии, Азербайджане и в Армении. Был задан такой вопрос, как относится это общество, так сказать, к НАТО и к Евросоюзу. Можно сказать, что отношение к Евросоюзу и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии было довольно-таки высокое. То есть все говорили, что они готовы, и они поддерживают, так сказать, вход своих стран в это объединение. В отличие от НАТО, где, допустим, в Армении и в Азербайджане поддерживающих эту идею было намного меньше. Что меня интересует, вот какие ожидания в ваших обществах, допустим, что ждет армянское общество или что ждет азербайджанское общество от объединения или приближения к Евросоюзу? Вот. Какие ожидания в ваших обществах? Спасибо. И азербайджанская команда должна ответить, потому что минуты у вас нет. Официально Баку неоднократно заявлял о том, что евроинтеграция – это приоритет Азербайджана. Даже, кроме того, политические партии, которые имеют влияние на общество, они тоже взяли как бы приоритет евроинтеграцию. Потому что наш это, общество готово. То есть они взяли, ну, это для них приоритет. Микрофон. Азербайджан приняли, так сказать, в Евросоюз. Вот. Какие ожидания? Вот что для вас улучшится? Что станет легче? Вот. Что вы ждете от этого? Произойдет выборы и демократия. Большое спасибо за вопрос. Лилит Гриен, Армения. Мы, поскольку вы говорили про 2000 году, я бы хотела сказать, что в этом, именно 10-11 лет позже, тоже, в особенности у молодежи, та же перспектива, что да, мы хотим европейские ценности, мы хотим евростандарты. И после 2000 года были очень много образовательных реформ, демократических, и во всем был цель в том, чтобы была евроинтеграция, чтобы были евростандарты и ценности европейские, то есть права человека, демократия и просто интегрированные и мировой жизни. Господин Степан Григорян, ваш вопрос или вопросы? Здрасте. Большое спасибо командам. Я
конечно, очень волнуюсь и очень напряженно слушаю и ответы, и вопросы, и выступления, и большие молодцы наши ребята. Но должен честно сказать, что в отличие от других игр, еще до конца нашей встречи сегодняшней победитель известен. Для меня он известен. И скажу сразу, что мое мнение, я скажу, это грузинская молодежь. Потому что это Грузия. Потому что именно грузинские команды создали такие прекрасные условия для армян и азербайджанцев, что они вышли в финал. Именно грузинский народ... Именно грузинский народ своей культурой, своими традициями сосуществования, своей толерантностью привел к тому, что мы здесь с вами и вот так действительно серьезно обсуждаем все. Вы знаете, вот у разных народов разные традиции. Вот есть такие народы, допустим, танк взяли, посадили в этот танк северного медведя и куда-то послали, да? Вот. Это одна традиция. У грузин традиция другая. Они в танк никого не сажают. Они гостеприимно принимают, они с нами встречаются, спорят. Мы не совсем согласны иногда, очень много интересного. Но это традиция диалога. Это очень близко к тому, что мы видим в Европе. Поэтому я очень рад, поздравляю вас. Рад, что такие, как Шалва есть, Гикнавелидзе, ребята, как Давид, Кайкацишвили. Между прочим, для армян и азербайджанцев скажу, что это очень интересная фамилия. Это сын хорошего человека. Вот. И вы знаете, очень вот этот грузинский дух очень быстро передается армянам и азербайджанцам. Значит, вот когда с многонациональной Грузией играла наша армянская команда, потом из нашей команды две девочки ко мне подошли и сказали, мы знаете, мы проголосовали за грузинскую команду. Вы понимаете, что это означает, да? То есть мы понимаем, что это не спор, победа над кем-то, кого-то, другого и так далее. Это диалог, это наша совместная победа, если мы придем к каким-то общим вещам. И я почему это сейчас говорю, почему? Знаете, вот у нас очень такая интересная традиция у армян-азербайджанцев. Они как где-то площадку находят, где можно дружить, прекрасно дружат. А если идут, находят другую площадку, где можно ругаться, прекрасно ругаются. И вот такая площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы. После всех заседаний Парламентской Совета Европы, там что-то не творится, да? Очень интересно, ругаются и так далее. И вот мы сейчас создаем новую традицию, когда армяне и азербайджанцы, и грузины здесь впереди Европы, когда армяне и азербайджанцы на грузинской земле нормально обсуждают. Это не значит, что мы во всем согласны друг с другом. И теперь вот я бы хотел перейти к вопросам. Перейти к вопросам. Они для меня будут очень важны, поэтому я команды прошу вот очень внимательно слушать вопросы и отвечать. Потому что молодцы, наши молодцы.